Вот беда. Сломался сверлильный станок. Так, 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 как он разбирается? Наверное, что сначала крутить? Китовская подошла на болгарку. Забрали прямого.
ЧГПЗ 104. Короче, моем, собираем. Вот он весь внутренний мир сверлильного станочка. Точнее, пиноли. Получается, сам вал, пиноль, три подшипника, втулка вот эта, которая вверх-вниз передвигает. Топорные кольца. Короче, все это нам сейчас придется собирать. Такой каменоморос. Сломался, падла. Сейчас все будет. Подшипник. Вот видите, на кернянные попробую. Как дебил это делал. Будем разбираться. Я понял. Все, я понял. 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 Я
Давай затолкивай. Смесилка вообще туда заходит.
Да. Короче, это нафиг не надо. Пока. Ну что? Узкий. Все работает. Так вот коммунарус в работе после ремонта. Сверлит нормально, но все равно, блин, что-то закусывает. Я думаю, разработается. Так, делаю вот эти плашки. Катамараны. Ты че пидрач? Короче, отремонтировали мы станок, все четко.